Глава Якутии Айсен Николаев рассказал журналистам об итогах встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Цитата. «Владимир Владимирович в курсе всех вопросов развития нашей республики. Живо интересовался вопросами социального, экономического, стратегического развития. Он выразил благодарность всем якутянам за хороший труд в непростых условиях последних лет, за высокие достижения в промышленности, экономике и социальном развитии». Конец цитаты. Напомню, рабочая встреча Владимира Путина с главой региона Айсеном Николаевым состоялась 29 мая. Добрый день. Конечно же, встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным очень важна. Хочу особо отметить, что президент прекрасно в курсе всех вопросов развития нашей республики, очень живо интересовался по социальным вопросам, по экономическим вопросам, по вопросам стратегического развития нашей огромной территории. Выразил благодарность всем якутянам за такой хороший труд в непростых условиях последних лет, за прекрасные достижения промышленности, прекрасные достижения в экономике, в социальном развитии. И под камерой это я говорил, и после уже того, как камеры вышли, о том, что, безусловно, конечно же, главный результат вот этого социально-экономического развития – это увеличение численности населения, повышение реальных доходов населения, появление новой социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, которая позволяет улучшать качество жизни людей. Разговор у нас был достаточно обстоятельный, мы сидели намного более часа и, конечно, обсудили широчайший спектр вопросов, касающихся и отдельных отраслей экономики, и вопросы социальной сферы, развития дальнейшего города Якутска. Конечно же, были затронуты такие вопросы, как реализация проекта Ленского моста, реализация других крупнейших транспортных проектов на территории республики. В целом состоялся очень обстоятельный, очень важный для меня и для нашей республики разговор, который позволит нам развиваться в последующие годы еще более быстрыми темпами. Конечно же, я и спросил у президента об его отношении к моему желанию участвовать в выборах. Президент поддержал это желание, пожелал удачи, похвалил за результаты пятилетней деятельности и пожелал, чтобы в последующем результаты были такие же хорошие.